Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего прохождения GTA 5. И у меня тут уже жопа творится, за мной 4 звезды. Это пока я ехал к автосалону, точнее к мастерской. Ребята, сразу же скажу, в этой серии я опять выполняю просьбы подписчиков. Какие просьбы? Просьбы тюнинговать машины. Вам это очень нравится? То есть многие меня даже просят, мол, Эдисон, про тюнинговые машины спрашивают, когда уже будет тюнинг машин. И вот, ребята, специально для вас еще одна серия только исключительно с тюнингом машин. И также, ребята, сразу бы хотел вам сказать, если вы хотите больше тюнинга, не только больше тюнинга, а больше серии GTA 5, поставьте лайк, как только мы наберем 250 лайков на вот этой серии GTA 5, в ту же секунду выходит новая серия. Прям зубом даю, ребята, что в ту же секунду выйдет новая серия. Это что вообще за звук был? Я чуть ли не подавился собственной слюной. Извиняюсь. В ту же секунду выйдет новая серия GTA 5, как только мы наберем 250 лайков на вот это. И, ребята, спасибо тем, кто находится вот тут, смотрит это видео, мои подписчики, те, кто поставит лайк, оставит свой комментарий. Также те, кто еще не подписан, подпишется на мой канал. Я буду очень сильно этому рад. И я сразу же одеваю наушники. И сразу же приступаем к тюнингу. Сразу скажу, я нашел уже крутую машину. Спасибо подписчику. Я не помню твое имя. Но он предложил мне протюнинговать вот эту машину. Я специально для него, специально для вот этого подписчика нашел эту машину. И сейчас мы ее будем тюнить. Я уже нахожусь прям около 10 метров от мастерской. Но я пока что туда еще не могу заехать. Вот почему. Потому что за мной два вертолета, 4 звезды. Но хотя вроде, если я сейчас быстренько поеду и меня никто не заметит. Да. Быстро! Быстро! Бенефактор Фелдзер! Прям не знаю, как звучит. Но все. Ребята, специально для вас. А почему? Я объясню, почему я тюню Майкла. Потому что, во-первых, у Майкла сейчас самый больше бабла. И расходовать не так уж и страшно, как, например, тем же Тревором или, или Майклом. То есть сейчас за Франклина. Извиняюсь, ребята, если я ошибся, что я сказал. Я сейчас тюню Франклина. Потому что у него больше бабла, чем у Майкла и Тревора. И знаете еще почему? Потому что у Майкла уже и свой гараж дома забит, и гараж забит машинами, которые мы уже купили. Мы купили гараж и уже протюнили много машин. И весь гараж уже забит. А у Франклина есть еще вроде там 2 или 3 места в гараже. Поэтому зачем мы будем уже переходить на Тревора, если мы еще даже не забили полный гараж машинами у Франклина, да? Мне, если честно, эта машина даже без тюнинга нравится. Она такая охрененная, что ты с ума можешь сойти. Броньку я не буду ставить. Тормоза, в принципе... Они очень дорогие. Давайте вот так. Я не буду очень... О, вот это можно. И вот это можно. Это офигеть. Двигатель ставлю, ребята. Двигатель ставлю по вашим просьбам. Потому что многие меня просили. Фары. Фары вот эти. Да. Номера. Номера я пока что не знаю, потому что я не знаю, какой у нас цвет машины будет. Давайте же сразу выберем. Хромированный не хочу. Классический. Так. Дальше. Сейчас мы, ребята, посмотрим. Красный. Красный нет. Не хочу. На эту машину я крас... А там есть дополнительный. Нет, там только... Просто мне сначала нужно было посмотреть, если там дополнительный цвет. То есть два ли цвета в этой машине. Оказывается, только один. Она вот так ярко-оранжевая. Если честно, мне очень сильно нравится. Желтый. Мне кажется, вот такой. Давайте сначала купим. То есть сразу. Даже... Вот такого цвета у нас еще, ребята, нету. И мне кажется, он подходит. Такого цвета у нас еще нету. Я просто хочу сделать... Ух, нифига себе, смотрите. А, это на крыше добавляет и фары меняет, да? А почему именно крыша? Ну и меняются фары. Причем тут вообще фары крыши? Это они как-то бредово сделали. Спойлер, я хочу... Ух ты, пух ты, карабух ты. Это вообще нереально какой-то большой спойлер. Самую низкую подвеску. Трансмиссию я уже не вижу смысла ставить, потому что ускорение у нас уже на максимум. Зачем еще трансмиссию ставить? Я и турбонаддув. Зачем, если ускорение у нас уже на максимум? Стекла. Можно.
Колеса. Колеса я не знаю, честно, ребята. Нужно смотреть. Нужно смотреть какие-то очень и очень и очень крутые. Вот эти более-менее такие прикольные. О, мне кажется, вот эти. Это как и 11-е. Нужно запомнить, ребята. Запомните 11-е. О, ну, эти я везде ставлю, поэтому... Ух ты. Вот эти прикольные. Так, читах Carbon R. А 11-е... Давайте вот эти поставим. Или вот эти. Давайте сначала вот эти. Я просто хочу... А, нет, это просто цвет. Красные. А ну, вот сейчас еще, если... Вот так. Во! Во! Это другое дело, ребята. Вот так. Вот так. Вот, ставим вот эти. Я немного потратился, но все же. Пули... Пускай будет. Черный дым, синий дым, желтый дым. Я не знаю, какой зеленый может. Нет, сначала, знаете, чтобы разобраться, нам нужно поставить вот это. Расположение со всех сторон. И какой у нас цвет будет? Мне кажется, желтый. Нет. Лайм желтый. Желтый вроде прикольно выглядит. Потому что я не знаю, честно. То есть, или красный. Желтый. Давайте желтый попробуем. Допустим, вот так желтый. И вот что я еще хочу. Цвет, вот. Гранатовый, розовый, оранжевый, ярко-оранжевый, золотой. Во. Во. Нет, вот. Вот это. Да. Круто. Модификация. Ну, вот оранжевый дым. Давайте вот этот поставим. И еще, знаете, вот что я хочу только посмотреть, есть ли тут оранжевый. Золотой дождь. Вот этот золотой дождь, оранжевый. Да, есть оранжевый, все. Лаймовый и оранжевый. Вроде все, вроде больше мы ничего не можем протюнить. Поэтому, ребята, мы офигеть. Она такая спортивная, нафиг. Она такая спортивная. Ребята, она мне очень сильно нравится. Я честно не знаю, как вам, но мне она очень сильно нравится. Офигеть. Так, сразу же едем в гараж. Пожалуйста. Я не знаю, почему у меня в этом меню так лагает, честно. Именно вот когда я на карту захожу, у меня почему-то очень сильно лагает. Ух ты, вот это тоже прикольная машиночка. Я бы ее сейчас, наверное, взял и протюнил, но... Нужно сначала поехать на вот это и сохраниться. Это офигеть, а не машина, честное слово, ребята. Ну, вроде мы ее не поцарапали. Хоть и врезались, но не поцарапали. Поэтому едем и сохраняем. Спасибо тому подписчику, кто сказал, чтобы я ее протюнил. То есть, как я уже говорил пару серий назад, я сказал вам, что, ребята, если вы хотите, чтобы я протюнил какую-то тачку, которая вам нравится... Просто-напросто найдите, как она называется в том же гугле, да, или если вы знаете, как она называется, и просто напишите в комментарии под видео, мол, Эдисон, протюнь вот эту тачку, ее название вот такое-то такое. Я потом ее попробую найти и потом попробую ее протюнить. А вот сейчас подписчик сказал мне протюнить вот эту, я ее нашел и протюнил. Если честно, я ее сам хотел давно протюнить, но как-то руки не доходили. О! Офигеть. А, у нас уже забитый гараж. А, я думал, там еще 2-3 места есть, а он у нас уже забитый. Вот это офигеть машина. Вот эту мы купили вроде. Она реально, смотри, какая она классная. И вот это очень мне нравится. Желтая, или... Нет, это желтая с карбоновым капотом, крышей, спойлером и вроде дисками. Реально очень нравится. Это мотоцикл. Я честно забыл, что у нас уже есть какая-то машина. Вот такого лаймового цвета. Но оказывается, ну, в принципе, это не машина, это мотоцикл, поэтому это не считается. Но она мне, если честно, очень нравится. Если бы я ее сделал оранжевым, то тогда у нас бы было вот это желтая и вот это, ну, такая оранжевая, что смахивает более-менее. И вот это желтое, что смахивает более-менее на оранжевое или на... Так, вот это, мать вашу, желтая, а вот это оранжевая. Вот та белая, а вот это лаймовая. Но все же это лаймовый и
синий, а вот это лаймовый и оранжевый, то есть с покрышками и неоновыми. Вот это. Мне нравится, честно, ребята, мне нравится. Но знаете что? Знаете что? Мы сейчас возьмем вот этот мотоцикл. А мы его не будем сейчас хранить в нашем гараже. Потому что он занимает, ну, слишком много места. Нам проще его взять. Нам проще его взять. Где наш дом? Магазин, салон тату, гараж, убежище. Вот. Убежище, куда нас ведет? Да, правильно. Поедем. Знаете, причины, по которым я отвожу этот мотоцикл в наш дом из этого гаража. Во-первых, потому что в нашем гараже уже есть одна машина лаймового цвета, да? Я не хочу, чтобы там еще была одна, ну, как бы, еще мотоцикл, да, чтобы было разнообразие. Это во-первых. А во-вторых, я хочу, чтобы в том магазине, чтобы в том гараже были только машины, да? Зачем мы там будем хранить еще один мотоцикл, если мы его просто-напросто сейчас можем отвезти в наш дом, где у нас, в принципе, тоже гараж есть, и все. А в тот гараж, который мы купили, завести какую-то новую машину. Только нам ее нужно будет найти. Я не знаю, какую. Или я... О, точно, я вспомнил. Многие меня просили протюгить Зенторна. Ребята. Я, если честно, может быть, Вот эту я хочу бы... Вот эту я бы хотел протюнить, но сейчас я ее не могу взять. Зенторна, мне кажется, она очень дорогая. То есть, я не знаю, что это за машина. Может, я ее видел 100%, но я по названию не знаю. Нужно будет потом посмотреть. Но мне кажется, она очень дорогая. Как я помню, некоторые подписчики, кто-то мне там писал, что Зенторна стоит около 600 тысяч. Ребята, я не хочу как-то тратить 600 тысяч на одну машину, да? Мне проще найти какую-то другую и протюнить ее. Во! Вот эта машина, ребята, помните, я ее нашел? Эта машина очень крутая. Она тут стоит и пылится, но хоть она очень крутая. Так, замечательно. Садимся на мотоцикл. Садимся на мотоцикл и едем. Так, опа, стоять, стоять! Я не знаю, честно. Да харе! Зачем я это сделал? Просто... Нет, вроде в этой машине нормального тюнинга нету. Я вроде уже один раз пытался ее протюнить. Хоть она очень красивая, она, знаете, как Порше выглядит. Это нет, это джип более такой. Это что там за машина едет? Давайте подождем. Нет, не хочу вот эту машину, я знаю, что это за машина, я ее не хочу. Вот эту я тоже не хочу. Постараемся найти какую-то, ну, опа. Нифига, вы слышали, что она сказала? Что эта машина очень, ну, в смысле, очень крутая, горячая, как она сказала. Ну, проезжай. Горячая, хат. Во. Схрена ли тут вообще гараж открывается, я не имею понятия. Потому что, ну, в принципе, это же не наш гараж. С какого вообще перепуга он перед нами открывается? Так, это что? О, это та машина, что я вам, ребята, только что сказал. Паскуда! И хрен я ее сейчас догоню. Точнее, она уже давно пропала, мне так кажется. Она уже, ребята, пропала. Вашу мать. Не успела она заехать за угол, она уже пропала. Нужно мне было, наверное, за ней уехать спокойно, да? Потом перекрыть... Во! Потом перекрыть дорогу и просто-напросто ее спокойно взять. Но нет, мне нужно нахрен было стрелять. Я выстрелил, и она уехала, заехала за угол и пропала. Зараза. Ну, может, вот она. Ничего страшного, мы еще одну такую нашли. В этой машине вот сейчас, что сейчас у нас, ребята, мне кажется, даже не то, что мне кажется, а как я... А, нет, я просто посмотрел на ту машину, которая там крутая проехала, она у нас уже есть. Она у нас стоит в... у Майкла... В Майк... Нет, Майкл... Да, вроде у Майкла в гараже она стоит. Да, она у нас есть. Да, вот это.
Сейчас, я просто тут по кругу езжу, потому что это очень такой богатый район, и тут, возможно, будут еще какие-то крутейшие тачки. Вот это тоже очень крутая. Я ее потом постараюсь найти, протюнить. Так, эту не хочу. Это у нас уже есть, мы ее протюнили. Тоже вроде за Майкла. Поэтому нет смысла ее опять брать. Так, сейчас вот сюда. Я еще хочу тут кружочек намотать. Может, я какие-то еще лучше тачки найду. Но если нет, то протюним вот эту, мне так кажется. Давайте же сразу включим Лос-Сантос вот так. Чтобы вот сейчас мы тут круг намотаем, да? Круг мы тут намотаем. И сразу же поедем ее тюнить. Вторая машина за... Это что там? Нет, не очень. Вторая машина за эту серию. И, кстати, ребята, специально для вас я сейчас посмотрю, сколько стоит вот та Зенторна, о которой вы меня просили протюнить. Нет, не вот это. Да, экзотические машины. Что там за машина? Нет. Просто знаете, тут еще такие крутые машины могут проехать, а я буду в телефоне сидеть. А, вот это, да. Ага. Инферно Фроген. 2 миллиона. 2 миллиона. Ни хрена. Я вот эту машину вроде находил, вот эту за 2 миллиона. Я ее находил, но потом я ее взял, немного поездил, увидел какую-то другую машину, или я вышел просто с игры без сохранения, она пропала. Но я ее вроде находил. Нет, вот эту я находил, да, вот эту. Они просто немного похожи. Я вот эту находил, Гроти Туризму, за 500 кусков. Она потом у меня пропала. Зенторна. Вот она. Ага. А, вы хитрые жопы. Хотите вот такую машину? Ребята, 700 кусков, да вы вообще с ума сошли. Если бы я был каким-то миллиардером, я бы ее сразу купил, потому что я согласен с вами, ребята, с вашим мнением я согласен. Она очень офигенная. Но, к сожалению, у меня сейчас нет. У меня есть такое бабло, но, ребята, если я куплю ее, то у нас не хватит бабла на тюнинг самой этой машины. Поэтому, извиняюсь, сейчас ее покупать не буду. Вот это офигеть, 10 лямов стоит, это прям жопа. Вот это у нас есть, True Fate, а за 1 миллион она у нас есть. Я ее нашел на улице и сразу протюнил, она стоит у нас в гараже. Она стоит у нас в гараже у этого же Франклина. Ну что, вот эту я тоже потом протюню, постараюсь потом протюнить. Если мы ее найдем, да? Так, ну едь уже, или что ты там делаешь? Ну сейчас поедем вот это... Ни хрена себе. Вот ты меня напугал, зараза. Я уже такой... я вроде ничего не нарушал. Начальник, я ничего не нарушал. Почему ты... Опа, это на аудюшку, да. Это на аудюшку R8, похоже. Я потом ее тоже постараюсь еще найти, протюнить. Но у нее вроде нету тюнинга. То есть у нее нету ни тюнинга бамперов, капотов, спойлеров. У нее вроде этого нету. Поэтому она для тюнинга, ну, не совсем хорошая. Знаете что? Сколько там серия длится? Хотя, нифига себе там чувак бобину сбил. Знаете что? Сэмми удовлетворяет ваш транспорт, рейс, свет, с магазин, купить яхту. Ага. Вот это? Да, вот это. Да не пибикай, зараза. Вот тут есть какая-то еще крутая машинка. Крутые машинки. Вот эти нет, эти нет, эти нет. Это 400 кусков, иди ты нафиг. Вот это, как Audi, да, 120 тысяч стоит. Вот эту мы сейчас нашли, уже протюнили, да, вот эту. Сейчас. Какую можно еще машинку купить? Если она прям не очень дорогая. А, в принципе, тут больше ничего нету. Ну, ладно, давайте уже разъезжайтесь, а то уже я тут пробку сделал. Опа, вот это еще крутая там поехала машина. Вот сейчас, знаете, когда мы едем на одной машине, то возле нас проезжает куча других. И как бы я не хочу вылазить с этой, потому что если я залезу в другую, то вот это пропадет. Какие мои критерии тюнинга машины? Если тут нету тюнинга бамперов, если тут нету тюнинга спойлеров, я ее выкидываю, потому что я не люблю такие машины. Тут нету тюнинга бамперов. Мне кажется, спойлеров тоже нету. Да, хреновая машина. Я не люблю, ребята, такие машины. Ну какой смысл ее вообще тюнить, если мы ничего там толком не сможем сделать? Ни бампер протюнить, ни спойлер протюнить, ни капот, ни крышу. Какой смысл вообще тогда в этой машине? Я, если честно, его как-то не замечаю. Ничего! Вот она, вот она, вот она.
Вот, вот эту машинку я только что хотел посмотреть в интернете, а продается ли она. Вот это. Она у меня есть, знаете, где она у меня есть? Она у меня есть в GTA Online. Я ее купил, это моя как бы вот там основная машина, я ее уже там протюнил. Но это же не GTA Online. Так, поэтому едем и тюним ее. Вот эту машинку я только что хотел посмотреть, есть ли она в интернете, то есть продается ли она, чтобы мы ее смогли купить и протюнить. Да, вот мы ее нашли. Как только мы сейчас выехали с мастерской, мы сразу и увидели, как она проезжала на дороге. Так, тормоза, броня, не хочу тормоза, не хочу, хотя тормоза не хочу. Вот, во, так, это. Хрена себе. Давайте вот это, я это еще никогда не брал. Это. Какая разница? Ага. Покупаем. Двигатель. Во, это покупаем. Глушители. Так, я ни хрена не вижу, почему вы тут не выключаете вот этот дым с глушителей? Это ни черта там... Ой, ни черта там не видно. Крылья. А какие крылья? Что-то как-то не могу понять. Ага. А вот это что? То есть вот это лучше. Ну хрен, давайте купим. Капот. Во. Капот. Это обычный. Это вот такой. Это вот такой. Это... Ага, это карбоновый. Угу. Угу. Ух, ребят, я даже не знаю. Давайте вот этот купим. Фары вот эти. Дальше. Неоновые я пока что не знаю. Окраска. Вот нужно смотреть окраску. А дополнительный цвет какой тут? Нужно просто посмотреть, где он. Ага. Ага, понял, 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 понял. Я понял, ребята. Капот. Значит, вот такой. Потому что я не знал, что там дополнительный есть. Так, основной. Ребята, как думаете, какой основной? Черный. У нас есть лаймовый, у нас есть белый с красным, и у нас есть желтый. Нужно что-то другое. Нужно что-то прикольное. У нас нету синего. Оранжевый не хочу, потому что там и желтый это будет смахивать. Хм. Дайте я подумаю. Какие крутые сочетания есть? Может, синий с каким-то... Вот, допустим... Допустим, вот это, да? Вот это, допустим. Я просто припускаю, ребята. Не кричите, я просто сейчас припускаю. А какие будут крутые сочетания? Вот. Синий с красным, мне кажется, более-менее такой крутой. Такое не прям ординарное сочетание, да? Потому что больше тут нету. Зеленый я не хочу, потому что зеленый у нас уже есть. Мне кажется, это прям офигенно будет. Синий и красный. Больше тут ничего нормального нету, вы сами видите. Вот так, вот так. Или белый. Белый, а, ну белый и красный у нас уже есть, да? Вот так. Давайте попробуем. Основной. Номера. Ну, это будет пускай так. А там еще что-то было. А, нет. Окраска есть, каркас безопасности. Берем. Крыша. Нет, крышу нет. Пороги. Ага. Во, смотрите, это вообще круто. Но хотя вот это я красное не буду брать, я, наверное, возьму черное, потому что спереди черное, сзади черное, по бокам будет красное. Это, если честно, не очень будет смотреться. А хотя там вроде же... А ну, дайте-ка мне бамперы. Угу. Если я вот это возьму, то будет красное. А вот сзади и сзади, если я вот это возьму, то будет красное. Но мне кажется, что так уже будет слишком много красного. Мне кажется, ребята, это будет уже слишком много красного. Поэтому нормально. Вот так. А спойлер. Спойлер я хочу какой-то большущий. Вот этот крутой. Мне кажется, вот этот будет идеальный. Этот очень подходит. Этот очень подходит. Вот так давайте. Подвеска. Подвеска всегда на минимуме. Трансмиссия уже там почти на максимуме. Турботюнинг тоже. Колеса. Колеса. Выбираем какие-то колеса. Давайте посмотрим, что у нас там есть крутое. Я не знаю. Давайте спорт. Зайдем вот сюда. Посмотрим, что тут у нас есть. Хм. Нужно что-то прям очень такое симпатичное.
Давайте сначала вот это. Я просто хочу цвет. Хочу цвет, вот. Вот такой, красный. Сейчас, вот сейчас можно выбирать. Конечно, мы так тратим бабло, но все же, что с этим сделать? Космо. Космо, прикольный. Этот нет, этот нет, этот не хочу, не хочу, не хочу. Нет, не хочу. Вот этот можно бы было, но я его везде ставлю, поэтому я сейчас хочу какие-то другие. Вот, например, вот эти, мне кажется. Давайте поставим вот эти. Цвет, вот сейчас, смотрите, вот тут поставим. И красный. Где у нас красный дым? Вот, красный дым. Так. Сейчас, что там еще есть? Стекла. Вот так. И пороги, крыша, ага, ага. Фары, вот фары. Вот, и сейчас... Ага, ага, красный, вот. Все, сейчас посмотрим. Вот это спереди, мне кажется, нужно заменить. Потому что это... Хотя... Хотя... Мне кажется, она нормальная получилась. Не, мне, ребята, я просто молчу, я просто смотрю, знаете. Мне кажется, нормально. Мне кажется, нормально. Синяя с красным. Красный, смотрите, полная синяя машина. Спойлер черный. Синий с черным. Дополнительный цвет красный. Черные стекла. Потом красные диски. И красная подсветка. Мне кажется, круто, ребята. Только вот что эти фары вот тут спереди делают? Вот видите, вот эти посередине, если они ни хрена не делают. Опа, нашу... Спасибо, чувак, там нашу машинку, знаете? Вот когда прохожие там проходят возле нашей машинки, она какая-то там прям супер-пупер прокачанная, или красивая, или дорогая, да? То они всегда там что-то говорят. Ух, какая крутая машина. Ух ты, ух ты, ух ты. Там еще что-то, знаете. Ну, в принципе, я согласен. Машина такая, более-менее даже получилась. Она, я еще раз, ребята, повторюсь. Она у меня есть. Я ее котнул, но вроде не помял и не поцарапал. Она у меня есть в GTA Online. А если честно, ребята, вот, если сказать честно, то в GTA Online она у меня хуже прокачанная, чем тут. Я тут ее намного лучше прокачал, чем в том же GTA Online. Ну, это меня, если честно, даже радует, потому что она мне нравится, ребят. А, знаете, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому я не могу сказать, что она может понравиться всем. Конечно, кому-то она нравится, кому-то она покажется, что чего-то там не хватает. Кому-то покажется, что я ее как бы даже слишком перетюнинговал, да, что можно бы было что-то снять. А кому-то покажется, что она очень страшная. А лично мне кажется, что она очень даже красивая. Поэтому, ребята, не судите, что я ее не очень хорошо протюнил. Она мне нравится. Это самое главное, чтобы принять участие в гонке. Угу. Не хочу я сейчас принимать участие в гонке. Это во-первых. Во-вторых, нужно заканчивать серию. В-третьих, мы в этой серии только тюнингуем, а в гонках мы потом поучаствуем. И в-четвертых, ту гонку мы уже выиграли, поэтому нету смысла там участвовать. Конечно, можно, видите, как видите, можно повторно там участвовать, но не хочу. Сейчас не хочу. Вроде все, ребята, вроде все. Во. Гараж готов. Белая с красным, крутая. Желтая, полностью желтая. Это вот это черное, ребята, это мы не покрасили. Это просто карбоновый капот, крыша и спойлер. Вот это синяя с красным. И вот это лаймовая с оранжевым. Ну, в принципе, оранжевого тут толком не видно. Оранжевый тут только вот диски. И подсветка. Мне нравится, ребята. Не знаю, как вам, мне нравится. Я просто беру дополнительную машину, чтобы вы... Я такой ленивый, что мне лень самому выходить на улицу. Я просто ее возьму и выедем. И вот эта машина, кстати, она уже у нас есть. Вот эта дополнительная машина, она у нас уже есть протюненная. Она, если я хорошо помню, мы ее тюнили Майклом. Она у нас есть. В принципе, ребята, знаете что? Давайте мы будем на этом заканчивать. Ты что-то там... На тебе.
ты какой-то очень борзый. Ты на нас идешь? Ты на нас идешь? За то, что я тебе факт показал? А кто-то стрельнул? Это в меня? Нифига себе тут райончик! Это все в меня? Ребята, вы тут ничего не попутали? Как бы, знаете, я не... Ну, они слишком какие-то наглые, я тут... Ух, нихрена себе, я думал, этот забор можно пробить. Ладно, ребята, пока я сейчас буду уходить от этих тварюганов и также от полиции, я предлагаю уже закончить эту серию. В этой серии мы протюнили две крутые тачки и сохранили их в гараже. Если вы хотите больше GTA 5, во-первых, если вы хотите больше тюнинга, вот таких серий, где мы не только проходим задания, где мы не только проходим еще что-то дополнительное задание, а также где мы тюним машины, потому что, как я вижу, многим нравится тюнинг машин даже иногда больше, чем тоже прохождение. Поэтому, ребята, я еще раз вам напомню, если мы набираем 250 лайков на вот этой серии, сразу же в ту же секунду выходит новая серия GTA 5. Поэтому, когда она выйдет, зависит только от вас. Также, ребята, если вы хотите со мной пообщаться, я общаюсь со своими подписчиками, можно так сказать, напишите комментарий под этим видео, что угодно, любой вопрос, любой совет, любое пожелание, я постараюсь на него, я постараюсь его прочитать, ответить, также с вами пообщаться, кто имеет желание. И также, кто не подписан на мой канал, ребятушечки, я приглашаю вас вступить в нашу большую дружную семью. Я буду очень сильно рад, если те люди, которые еще не подписаны на мой канал, подпишутся. Я буду очень сильно этому рад. И, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.